Всем привет! Сегодня выходил из квартиры, и вы не поверите, нашел пачку денег. Сейчас я вызову лифт, покажу, как это все происходило в 10 часов утра. Сейчас лифт едет. Вот я захожу в лифт, и вот так вот лежала вот эта вот пачка денег. Ребят, это просто фантастика. Здесь именно целый пресс. Вот так вот прямо лежало. Вот дом у нас, конечно, такой мажористый. Очень много людей. Наверняка, может быть, из сумочки выпало. Из барсетки. Вот эта вот пачка денег. Сейчас я зайду в квартиру, и мы все внимательно с вами посмотрим. Итак, ребята, вот такая пачка денег, как я вам показал, выходила из квартиры и лежала в лифте. Значит, здесь у нас общая сумма, вот так вот прямо с резиночкой лежала. Даже выпил таблетку валерьянки, чтобы немного успокоиться, потому что реально колбасило от такой суммы. А еще раз повторяю, сумма 15 500 гривен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 500. Вот такую пачку денег кто-то сегодня посеял. Сейчас еще, кстати, можно пересмотреть на интересные номера. Это также немаловажно. Напишите в комментариях, а сколько именно вы находили. Может быть, какие-то другие предметы. Деньги, золото, серебро. Всем будет интересно. У меня уже немного эмоций подутихли. Чуть ли не до потолка утром прыгал. Потому что, как бы, такая сумма, найти ее, это, конечно, просто вообще. Как какие-то раритетные вещи в антиквариате. Мы, конечно, видали и побольше, но, тем не менее, найти в своем же лифту, это просто вообще невероятно. И как еще другой человек не зашел, это вообще просто. Сегодня, наверное, мой день, однозначно. Так, ну по номерам что-то не попадается интересных. Но вот та сумма, которая нашлась, вот это и есть, наверное, самое интересное. По-другому не скажешь. 15 500 гривен. Если вы находитесь за пределами Украины, это ориентировочно где-то 570 долларов. Ну, где-то так, 580. Потому что курс у нас сейчас прыгает и только растет вверх. Поэтому что будет под Новый год, вообще неизвестно. По 30, по 35, наверное, будет. Вот такая пачка денег. Вообще просто шок. Не верится. Поначалу не верилось, но посмотрел купюры прямо на просвет. Все оригинально, не копия. Потому что будут писать то, что копия. Но, ребятушки, к сожалению, это не так. Вот такая пачечка сегодня именно привалила.